بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين وبعد السلام عليكم ورحمة الله نتنام ناش Напоминаем о намерении и надеемся, что будет у нас искренность в наших сердцах. Сегодняшний урок это продолжение по книге Бахтиту Назар, где собраны необходимые ответы на важные вопросы. Сегодня у нас такая тема, которую в любом случае надо знать. 65 вопрос. А есть ли доказательства из Хурана о том, что если кто-то издевается над Богом или его пророком, что он неверующий? Несмотря на то, что он мусульманского происхождения, дедушка у него, допустим, даже если святой, и отец даже если у него имам, вот доказательства из Хурана,

бада та иманикум. Это сура Тауба, 65 и 66 аят. И известно, что каждая сура, каждый аят был неспособ пророку, связано с какой-то ситуацией или с чем-то, что пророк объяснил, как жить дальше, что делать в этих ситуациях людям, что является правильным. Ну и Бог все знающий не посылал. И вот была история, что два человека для забавы издевались и говорили то, что против ислама, ну, слова неверия. И по поводу этих именно людей был неспослан этот аят. Пророк получил такой аят. А сейчас я объясню по-русски, что это означает, значение. Не буквальный перевод, а смысл. И если ты будешь спрашивать у таких кто издевался, говоря слова с издевательством над религией Ислам, то они будут утверждать, что воистину мы только забавлялись, мы только игрались. И Аллах повелевает Пророку, ты скажи им, вы над Аллахом, над его аятами, над его посланником издевались, не ищите себе оправдания, вы отступили от веры. Это ясный текст в Коране. Значит, пророк Мухаммад, алейсалям, должен был сказать тем, кто, издеваясь, что-то говорил об исламе, чтобы они не искали себе оправдания, они а отступили от веры. Вот это сура, это Хуран. Если кто-то говорит, что это не надо объяснять, то он как будто бы хочет людей оставить без знания, без предупреждения в самом страшном. То есть, чтобы люди как будто бы не знали, что является самое худшее. Для мусульмана хуже всего это отступление от ислама. Для немусульманина хуже всего это оставаться вот в этом, в неверии. Но самое лучшее для всех это вера. Поэтому мы призываем к вере, как поступали все пророки, и никому не желаем неверия. Так что в данный момент, в месяц Рамадан, сегодня, сейчас, то, что мы объясняем, это из-за доброты. И это по воле Аллаха. И ни в коем случае не надо думать, что это как будто бы не актуальная тема. И это всегда актуально. Люди хотят быть счастливыми, но не будет счастья без веры. Поэтому мы желаем счастья людям. Говорим, люди, не издевайтесь над исламом. Это у вас приведет в вечный ад. И 66-й вопрос, есть ли этому доказательства? Конечно же есть доказательства, именно единогласное подтверждение всех мусульманских ученых. Да, сегодня вы слушаете, я рассказываю, но я тоже слушал и того, кто мне рассказывал, учителя. И так в мусульманском обществе сохраняются знания. Но среди тех, кто рассказывает об иснаме, имея право рассказывать, только те, кто учились у достоверных ученых. А вот достоверные ученые, они поэтому и достоверные, что они много знают и соблюдают, и они следовали за другими более сильными. И вот из всех самых сильных ученых в мусульманском обществе, если все самые высшей степени учености, вот эти достойные люди, собрались по поводу какого-то одного вопроса, единогласно сделали подтверждение, что это именно так, то это сомневаться даже в этом нельзя. И вот приведи, пожалуйста, доказательства, если в какой-то книге каким-то ученым передано вот это единогласное заключение о том, что есть отступление от ислама, и человек становится неверующим, если ругал Бога. Конечно, это очень просто. Хада Айяд просто имеется в виду привести доказательства. Хада Айяд, аль-маликитский ученый, у него книга Аш-Шифа, весь мир мусульманский знает, Ученые знают про эту книгу. Там написал Ла хиляфа анна саба мин аль муслимина кафир. Нет сомнений в том, что кто ругает Бога, неверующий. И зачем мы об этом говорим? Чтобы люди понимали, в шутку или в гневе, кто ругает Бога, он неверующий. Он стал, если был мусульманином и позволил себе такое то он должен вернуться в Ислам. Если не мусульман, ему еще хуже, еще хуже. Он тоже должен принять Ислам. Так нельзя ругать Бога. Это даже, даже не только вот мы текстом передали доказательства. И так нормальный человек будет понимать, если мы говорим, не ругайте Бога, не оскорбляйте Бога. Бог достоин высшей степени смирения, покорности, поклонения. Мы говорим против всяких сект, которые допускают эти оскорбления в адрес религии ислам или того, что имеет религия ислам почетность. Мы говорим плохого против ислама, ничего нельзя говорить. 67 вопрос. Приведите доказательство о том, что есть иджма, то есть единогласное заключение всех самых сильных ученых мусульманского мира. Единогласно, что они все одинаково говорили, что есть три вида преступления.

و... Вот полный текст. И, пожалуйста, это надо запомнить. тадж Субки — это известнейший ученый из школы Шафии, у него есть uh, книга, где он расписывает об ученых школы Шафии и об их степени. Он сказал нет разногласий в школе Ашари и Матуриди, что все мусульмане единогласны в том, что есть слова, делающие человека неверующим из-за того, что это слова неверия, или поступок, который делает только неверующий, есть такие поступки, и что, кто это совершил или сказал, он становится неверующим и будет вечно в аду, даже если у него были знания. И не поможет ему его знания с таким упорством против ислама. И никто не сможет его спасти, если он в таком положении умер. И в этом не сомневается а, даже двое мусульман. То есть он хотел сказать не один из мусульман. Вот доказательства. Но еще, когда мы это объясняем, в это время иногда кажется, ну а зачем вообще кто-то спрашивает про эти доказательства в тексте, кто сказал, это любому мусульманину, понятно, должно быть. Но им все равно мы рассказываем, что говорят ученые. Любому мусульманину это понятно. Даже некоторые не мусульмане сразу говорят, ну как это можно оскорблять Бога, это же ненормально. Но мусульманин должен понимать, что нельзя ругать Бога, нельзя ругать религию ислам. Ну а теперь дальше, если Бог даст, мы объясним, что есть такие слова, которым выражается вот это издевательство. Представьте себе, человек не хочет, чтобы его оскорбляли. И чтобы его мать, или отца, или брат, или сестру оскорбляли. Оскорбление — это говорить то, что не соответствует недостойное что-то, от чего люди чисты, это им приписывать. То есть приписывать то, что недостойно. Но когда кто-то приписывает Богу органы или тело, это оскорбление, издевательство. И нет сомнений в том, что кто приписывает Богу тело или органы, что он неверующий. 68 вопрос. Кто отрицает э, минимальные религиозные исламские знания и то, о чем они говорят, если ему было это известно? Ученый он или простой мусульманин? Каково его положение? Он в неверии. Ответ такой. Кто отрицает то, что ему известно? как из минимальных религиозных зданий, как общеизвестная информация, что религия ислам учит, например, тому, что пять намазов надо делать, или пост соблюдать, или еще что запрещено, вино, прелюбодеяние и так далее. Он знает об этом, и это до него дошла эта информация, что это исламское учение, и он отрицает. Если он отрицает, то он не мусульманин за исключением тех людей, которые недавно приняли ислам и не слышали о каких-то законах. Из-за невежества, если они отрицали, или вообще с детства рос в мусульманском обществе, ну, там не было ученых, и тоже не слышал о каком-то запрете, или о каком-то законе, или о какой-то исторической ситуации, что-то из истории, что он сам не мог бы догадаться. И он не знал, и тогда он не отступает от ислама, потому что он не упорствовал, просто не знал какие-то исторические события или что разрешено, что запрещено. Потому что сам не мог догадаться. Если там он ошибся, не отступает от ислама. Но если он ошибся или отрицает то, что из вопросов самых главных о, о вере в Бога, о том, что Бог есть и неподобен созданным, что он не изменяется, он вечный без начала, все нуждаются в нем, что лучшие из создания Бога это пророки. Вот, в общем, вот такие дела, такие вопросы, которые любой человек может, рассуждая, понять, что создатель Вселенной всемогущий, ему не присущи слабость, что избранные им пророки, значит, лучшие, то ангелы, которых Бог создал безгрешными, что нельзя их оскорблять. Но если он не ошибался не не отрицал что-то из таких вопросов, а отрицал из-за невежества что-то из того, что он сам не мог догадаться, например, как поститься и неправильно понял и неправильно постился, то тогда ему есть оправдание. Но если он в основах религии издевался или отрицал что-то или упорствовал, то он не мусульманин. Если это касалось вопроса, который для него не был известен и без учителя достойно, он никак не мог бы знать. За это он не отступает от Истама, за такое отрицание. Так как он не упорствует против ислама, Он хочет знать, но еще не знает. لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله